перерыве между боями мы узнали об обнаруженном тоннеле боевиков. Немедленно выдвигаемся для осмотра. На стенах освобожденного дома метки, оставленные террористами фронта Аль-Нусра. За позициями боевиков внимательно наблюдают солдаты сирийской армии. Вася, осторожно там. المشفى صار على يمينك اذا خذ على يمين في بناء كبير مهدم هذا هو البناء المهدم كبير تماما هون محور هذا كان مشفى لمين؟ مشفى وطني لنا يعني ايه جديد كان محتل يعني خذ على اليسار خذ على اليسار هاي الهنجارات كمان تواجدون فيها الهنجارات اليساريه ايوه 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 تماما هذول هاي تماما هاي برا العطل قدام Вот и подземный ход. للاسف هلا ما فينا ننزل لتحت، انت شفته اول ما انكشف، كان في هلا له عده ممرات هلا ممرين محاولين يفتحوا باتجاهين، ممر مفتوح ايوه يعني ثلاث ممرات له يعني Подземный ход состоит из трех ветвей, каждая из которых ведет в различных направлениях до рая. Сейчас две из них обрушены, а одна заблокирована для того, чтобы боевики не могли его использовать. Глубина подземного хода почти 10 метров. Сейчас спуститься в него невозможно, так как он задымлен для противодействия боевикам. Дошка. يلا يلا خلينا يلا خلينا نعمل لك انطلق معنا روم عليه محسن هذا المكان возобновляется перестрелка и проводник командует нам уходить روح اذا اشوف كده هون لنا هذا اليمين هذا معمل البلوكه يمينك وعادي لا على هذاك الاتجاه اذا بده يصور من هون يصورها من هون Осматриваем позиции террористов. Там тоже там думают, что там есть подземный ход, связан с этим, который здесь.
Никто я нам не взял. Вот эти кварталы были освобождены в ходе операции солдатами сирийской арабской армии. Все эти дома были заняты ранее боевиками. Сейчас они освобождены и по окончании боевых действий, скорее всего, будут достроены и в них поселятся мирные жители. Операция продолжается.